Само название «Сабантуй» – это свадьба плуга. Плуг – самое, наверное, орудие труда миролюбивое. И свадьба – это праздник новой жизни, праздник очень мирный. Поэтому «Сабантуй» становится нашим, в том числе ярославским, праздником, и мы не чужие на этой свадьбе. Праздник «Сабантуй» – он возник из глубины веков. Это праздник плуга, праздник людей труда. И, наверное, те люди, которые жили раньше, они были мудрыми людьми. И понимали, что если человек трудится и хорошо трудится, то результатом его должен быть праздник, результаты его труда. Уважаемые земляки, современный Тутаев чтит традиции. Испокон веков город славится своей породой овец – романовской. В честь прежнего названия города – Романов-Борисоглебск. Каждый год здесь проходит фестиваль романовской овцы. Традиционный праздник, который здесь проводится, он один из немногих, который является тематическим праздником. То есть он посвящен просто сокровищу, которое, я бы сказал, мировому сокровищу, которое исторически было создана на этой земле, это романовская овца. И сегодня сотни тысяч людей признательны и благодарны потомкам, которые здесь жили и трудились, за то, что они сотворили такое чудо. Поздравить тутаевцев пришли руководители агропромышленного комплекса области. Власти называют город именинник перспективным. Здесь ударными для провинции темпами развивается и туристический бизнес, и промышленность. В город текут инвестиции. Фестиваль, да, является, ну, праздником и днем территории. Потому что действительно разведение этой породы вот уже в течение 300 лет именно на этой территории происходит. И сегодня она с успехом выращивается не только на территории России, но и на Западной Европе, где это поголовье уже почти 100 тысяч достигло. Очень важно сохранить этот потенциал, потому что он в будущем ляжет в основу роста нашей экономики, нашего сельского хозяйства. Выведенная более 250 лет назад крестьянами серая овечка стала дамой породистой. Крестьяне всегда уважительно относились к романовской овце и охотно держали ее в своем хозяйстве. В начале прошлого века в России насчитывалось около 2 миллионов овец. Сегодня их количество едва доходит до 2000.